брат это, молодой человек определенно испытывает к вам, конечно же, чувства. Конечно же, вы ему не безразличны. И то, что вы наблюдаете сейчас, это его реакция на то, что вы повели себя достаточно непреклонно. Это его осознание того факта, что он отвергнутый, вы отвергли его. Вы должны ему понять, что ничего у вас, кроме рабочих отношений, не будет. И теперь молодой человек вам таким образом мстит. Мстит, конечно же, за свои предыдущие мужчины уровнем максимализма. И надо сказать, что эта ситуация у вас получится разрешить только если вы будете реагировать последовательно в рамках своих рабочих обязанностей, только если вы не будете обращать внимание на то, что молодой человек как-то старается вас задеть, понимая, что у него имеются свои проблемы определенные, понимая, что у него есть некоторые конфликты внутренние, некоторые противоречия, которые мешают ему адекватно себя вести. И вот, осознав это, пожалев молодого человека, начав относиться к нему сверху вниз, а не как к коллеге, как к равному, вам будет проще проявлять к нему безразличие и общаться исключительно по рабочим вопросам. Если рабочее общение у вас получаться не будет, то логично предположить, что это отразится на трудовом процессе. Если это отражается на трудовом процессе, то тогда уже дело включается начальники, руководители, они смотрят, кто виноват в том, что трудовой процесс работает не так, как нужно. Если выяснится, что молодой человек сам создает такие ситуации, то он и окажется ответственным, а не вы. То есть вам нужно просто придерживаться своих рабочих обязанностей, не обращать внимания на его выходки, когда они со временем прекратятся, потому что он поймет, что вы никак на это не реагируете. И придерживаться исключительно только лишь своих обязанностей в случае нарушения, которых в случае невозможности исполнять, которые незамедлительно стоит обращаться к начальнику для того, чтобы он уже проводил беседы с этим человеком, потому что нельзя смешивать рабочий и лично. Никогда из этого ничего хорошего не получается. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.